Господдержка на оплату коммунальных услуг стала выше. Связано это с ежегодным массовым перерасчетом, который специалисты соцзащиты проводят автоматически. Соответственно, приходить в филиал и писать заявление не нужно. Выплата субсидии в новых размерах с доплатой с октября по декабрь проведена в январе текущего года. Аналогично был проведен массовый перерасчет размеров ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с октября по январь 2020 года. Выплата ЕДК в новых размерах с доплатой с октября 2019 по январь 2020 года будет произведена в феврале 2020 года. Например, ветеран труда проживает в многоквартирном доме и получал компенсацию 1219 рублей 44 копейки. С учетом перерасчета за 4 месяца в феврале он получит 1986 рублей 9 копеек. А уже начиная с марта ежемесячная денежная компенсация составит 1372 рубля 77 копеек. Подробную информацию можно получить в филиале по адресу Ленина 22 или по телефонам 4-28-49 и 4-89-93. Марина Мединская, Валерий Зазулин. Время новостей.